Что я могу сказать о проекте «Я так думаю»? Прекрасный проект, который дает возможность публичным и не очень людям высказать свою точку зрения на совсем нейтральные, и даже не нейтральные, а, то есть, скажем, актуальные темы мирового общества, не только мирового, российского. Тут проблемы такие не просто там какие-то материалистичные, то есть идеалистичные, какие-то идеологии затрагиваются. И я бы очень хотел, чтобы многие наши звезды шоу-бизнеса высказались не на тему новых туфель, и тоже порассуждали своей головой. И было бы интересно узнать их мнение, что они думают о других людях. Что они думают там по поводу этой или другой ситуации, о войне, о мире, о любви, о ненависти, но о тех ситуациях, которые в данный момент складываются в мире, в обществе. Спасибо.